всем привет! И с Новым годом! С новым счастьем всем! Му-му. Всех обожаю, целую. Я сейчас еду за Джоником в школу. Сейчас на 2 января. Мы с Пашей все в сборах на Индонезию. Мы уезжаем туда 10 или 11 января. Так что у нас уже заложен весь багаж. Все упаковано. Мы получаем последние посылки с Amazon со всякими там штуками для непосредственно скуба дайвинга. Там нужен специальный. Ну так вот, все упаковано. Последние вещи приходят с Amazon. Такой крючок для того, чтобы там зацепляться за коралл, потому что там очень сильное течение в Индонезии. Мы оригинально должны были поехать на Бали. Естественно, на Бали произошел вулканище, и Бали накрылась буквально в буквальном смысле пемзой. И после этого нас перенаправили на наш тур. У нас где-то 12 или 16 людей, все пары едут с нами. То есть у нас группа, опять-таки, дайверов. И вот, мы теперь едем в Гонконг, а потом из Гонконга в Джакарту. То есть там тоже будет интересно. И из Джакарты уже там 2 дня, наверное, проведем. И потом в Джакарте мы на лодку садимся и живем на лодке там где-то 10 дней или сколько. И прямо с лодки, естественно, все, дайвинг идет. И на лодке тебя кормят, и на лодке у тебя там есть комната. Ну, я там что смогу, конечно, буду снимать, потому что будет интересно. А так здесь все очень в зимнем состоянии. Очень-очень холодно. Снежка нового не было. Новый год прошел тихо. И счастлив. Все. Надеюсь, у всех остальных тоже хороший был Новый год. И все хорошие пожелания достаются и вам. А напоследок вам покажу Смоки в коробке, Смоки на стуле и как Софи любит Феню. Ну, всех люблю. Опять-таки, еще раз с Новым годом. Я еще забыла, как Паша сервирует мне обед. Вот, чтобы Пашу не обидеть. Сегодня Паша сам приготовил и вот так вот сервировал всякие остатки наших ед. Вот так красиво он сделал. Потрясающе. 5 баллов, Паша. Молодец, Паша. Понятно, что там происходит динамика. Смоки залез в эту коробку. Никому не разрешает в нее войти. Сам там сидит, намывается. Нагло себя ведет. Короче. Непонятно, что такое у него вселилось. Обычно он себя хорошо ведет. Король коробки сегодня.